Наконец. Дорвался. Выхватил наконец-то ты себе вертолет. Да это тоже, ты на 500-ке так же спокойно висеть будешь. Почему? Потому что если уж на этом... Да, если уж на этом висишь. Вот смотрите, да, чик. Поцелую его. Куда полетел-то? Можно еще сделать круг. А можно не сделать круг, как угодно. Ну, красота, конечно. Не, ну, пилот-то... Нет, если он комментирует, значит, он доволен. Это первая причина. Я очень доволен, я не могу... Ну, просто как бы... Дим, ты вот. Стой, не вошь, если я же... О, кабинка к себе. Ну и крутил бы дальше-то, что ты остановил-то его? А просто я пока... Вот ты повтори еще раз это, вот, вот. Заходи сейчас на круг, вот. И гони его. Ну что встал-то? Да ё-моё. Все, это уже, наверное, конец. Да, а где же пистолет? Ну, удовольствие, конечно, получается. Ну, сажаешь, нет ты его? Да, сажаю. Сзади очень мягко. Конечно, не просто мягко, а очень мягко. Попробуй кабину к себе посадить. Смотрите, кабину к себе посадь. Если не получится. Ты все небо заполонил, сейчас выжгешь батарейку. Все? Класс. Здесь. Куда полетел-то? Ради другого. Да сажай уже, все. Ну и как у меня отработка полета? Отлично, отлично. Отлично? Надо переносить на старшие модели. Помоги мне со своей зарядкой забраться.